Кейт Миддлтон пришлось изменить свое помолвочное кольцо. Помолвочное кольцо герцогини Кембриджской является одним из самых известных украшений королевской семьи. Ведь его носила знаменитая принцесса Диана, самостоятельно выбрав его накануне свадьбы. Кейт Миддлтон была вынуждена внести некоторые изменения в дизайн украшения. Дело в том, что оно было слишком велико для ее безымянного пальца. Поэтому ювелиру пришлось добавить несколько платиновых бусин внутри кольца. Жена наследника престола относится к знаковому украшению с огромным трепетом. Принц Гарри осчастливил свою избранницу кольцом с огромным африканским бриллиантом. Он расположился в окружении камней поменьше из коллекции принцессы Дианы. Однако американка решила добавить роскоши и увеличила количество бриллиантов. А как вы относитесь к драгоценностям с историей?